Всем здорово, мы в Бодшопе Сквот, ТЦ Хорошо, на Полежаевской. И сегодня у нас на обзоре супер офигенный коллаб Vans и Baker. Ну, про Vans мы вам уже рассказывали, это титаны в мире скейтбордической обуви. Парни делают кеды с 66 года, это более 50 лет. Это очень круто. Они начинали с самых истоков, когда еще были калифорнийские бассейны, все дела, когда скейтбординг только зарождался. Что же касается фирмы Baker, вот эта надпись на подошве кроссовка полностью раскрывает суть этого бренда. Гимн скейтбординга Bad Name Science 2000. Baker внесли огромный вклад в культуру скейтбординга. Во многом благодаря бренду Baker скейтбординг ассоциируется с такими подонками, с торчками, которые вечно тусуются, бухают. Короче, с этой надписью сложно поспорить. Стоит просто посмотреть видосы Baker. Baker 2G, Baker 3, Baker has a deadfish. Челы реально придают скейтбордингу дурную славу с 2000-х годов. Они вечно снимают, как они тусуются. У них есть такой крутой оператор Beagle, который вообще никогда не выпускает камеру из рук, снимает все, что с ними происходит. На это очень интересно смотреть. Baker основан в 2000 году таким скейтером, как Эндрю Рейнольдс. Это топовый скейтер. У него кличка Босс. Она ему дана не просто так, что этот парень реально босс в мире скейтбординга, очень уважаемый чел. Советую посмотреть его профайлы. Это стиль до небес просто. И также Baker — это компания отъявленных подонков в хорошем смысле этого слова. Их формат — это чисто стрит. Там есть и рыбаки, и панки, и рокеры. Их всех объединяет вот именно вот этот коровый стиль. Самый настоящий скейтбординг — это Baker. Это олицетворение реально духа скейтбординга. Вот, что у нас тут по кидосам? Вот такая модель Skate High, Skate High Pro, сделана из плотной замши, канваса такого с надписями Baker Skateboards и классическая такая прошная стелька Vans Ultra Cash. Лично я считаю, что Vans Skate High — это самые крутые кеды для катания, потому что косточки защищены, поддержка голеностопа, ты чувствуешь, что тебе просто пофигу на то, что если доска отскочит тебе в ногу, они такие все плотные, облегают ногу. Лично мне очень нравится кататься в скейт-хаях, я постоянно, даже если это не прошки. И вот такие Old School Pro. Тоже, в принципе, классические кеды, прошки, олдскулы отличаются только брендингом, да, вот тут такие красные надписи Baker, надпись Giving Skateboarding a Bad Name и такая же крутая стелька Ultra Cash, которая защищает ваши пятки, вот она, видите, такая довольно плотная, очень крутая. Кеды, пушка, классика во всем ее проявлении. Многие из райдеров Baker катаются также из-за Vans. Я думаю, и в этой коллаборации много смысла, потому что райдеры катаются и за тот бренд, и за тот. Такие райдеры, как Кейдер Сила, молодое дарование, маленький такой темнокожий парень, который люто гасит, светит на всех контестах. Тайсон Петерсон, такой чел с длиннющими дредами, супер крутым стилем, вообще на него смотреть очень приятно. И есть такая инфа, что, вероятно, сам босс ушел из Америки, чтобы стать представителем Vans. Но это еще не точно, но предпосылки к этому есть. Вот, сейчас ребята из Baker снимают новый легендарный видос Baker 4. Все его безумно ждут. Это не может быть чем-то неинтересным. Это будет по-любому очень крутой видос. А пока... Пока дам вам домашнее задание. Если вы хотите выиграть кидосы Vans X Baker,
вы должны в комментариях написать мне эндер каждого чела из видео Baker Trick. То есть эндер, для тех, кто не знает, это последний трюк. Обычно это самый крутой трюк в профайле, его ставят последним. Так вот, это ваше домашнее задание. Вы получите не пятерочку, четверочку или двоечку, а если вы выиграете, вы получите вот такие кеды. Я лично прочитаю комментарии, проверю правильность информации. Напишите что-нибудь еще интересное. Если будет комментариев много, мы разыграем и такие кидосы. Вот. Если не будете активничать, разыграем какую-нибудь одну пару. Так, кстати, да, у нас есть еще носки для скейтбординга, Vans и Baker. Многие люди говорят, что что за бред, носки для скейтбординга, еще, может быть, трусы для скейтбординга, но это на самом деле круто, они плотнее, чем обычные носки, они поддерживают ногу, как бы ничего прям супер особенного в них нет, но они просто есть. И я люблю плотные, теплые носки. Вот, есть две кепки, черная и красная. Тут написано такая же «Giving skateboarding a bad name of the wall», что говорит о коллабе Vans и Baker. Ну вот, вроде бы и все. Пишите интересные комментарии, смотрите видосы Baker, выполняйте мое задание, посмотрите Baker 3, напишите эндер каждого чела из Baker. И я лично проверю, выберу победителя. Возможно, вам надо написать что-нибудь еще интересное, чтобы заинтересовать меня, чтобы я сказал, да, вот этот чувак точно побеждает. И в зависимости от того, насколько активно вы будете себя вести, мы разыграем вот эти очень крутые кидосы, прошки. Все, до встречи. Увидимся на канале Squad Board Shop. Счастливо.